долгих размышлений я передумал. Потому что сила извращает. Я человек из народа. Я хочу... оставаться одним из обычных трудолюбивых жителей Нью-Йорка. Я просто помогаю вам с помощью этого шоу, моего издательства и моего огромного состояния. Не благодарите. Так и поступают люди из народа. На аварийный склад продовольствия напали беглые заключенные. Всем машинам выезжайте в Манхэттенвилл. Хищение в крупных размерах – норма для рынка продуктов. Это не против. Драка едой! Хотя это драка за еду! Неважно. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Чем-то же надо заниматься в засаде. Внимание! Поступило сообщение о сделке наркодилеров. Происшествие на Музейной миле. Прием. Сделано. Внимание! Нам поступило сообщение о нападении. Выезжайте в Центральный парк. Это грабеж. Надо остановить их. Хотите драки? Вам повезло!
Я вижу иронию момента. Но, может, вы поймете, что не надо бить других. Ограбление. Соблюдайте осторожность, преступники вооружены. Происшествие на Мутийной миле. Прием. Я понимаю, что Норман Осборн заявил, что, став мэром, не будет заниматься делами Оскорбов. Но так ли это? Или он использовал свой пост и поддержку избирателей для личного обогащения? Моя первая камера. Купил ее с рук. Она пленочная. Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Спасибо. Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно... Извините, я смотрю, тут у вас многолюдно. Все в порядке? Жители попросили временно освободить помещение, пока Соболь Интернешнл проводит проверку безопасности. Не понимаю, почему нам пришлось очистить целый этаж? Это все из-за того, что охраной дома занимается Соболь. Рутинная проверка, как они это называют. Ищут оружие, ключа. Ага, лифт идет прямиком в его пентхаус. Уверен, он сейчас дома. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знал. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить. С охраной. Должно сработать. О, черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите меня наверх! Комната открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад. Извините за неудобство и помните... Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Ладно, ладно. Ухожу. Классная штука. Надо развернуть его. Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон – супершпионка. Все, пора открыть лифт.
сработало. Норман уходит, лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот он. Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Вот же дурацкая кнопка. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Что это такое? Энджей! Агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри — это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. Двери заперты до окончания проверки. Знаменитые Осборны. План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Для квартиры на Манхэттене крайне нетипично. Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ух ты! Вот эта маска! Она показывает, где находится дверь?
Интересно, куда она ведет? Норман прощается с сыном. А, наверное, это с прошлогодней поездки. За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Самодиагностика завершена. Проблемы не обнаружены. Пожарные двери отключены. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Я и забыла об этом. У Осборнов есть герб и девиз. Pax in bello, что значит «мир в войне». Надо запомнить на случай, если я решу написать об этом. Гарри говорил, что ему всегда готовила мама. Я бы удивилась, если бы узнала, что Норман хоть раз вставал к плите. Эта комната пахнет богатством. Не удивлюсь, если это вино с виноградников Нормана в Бургундии. Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? В городе ЧП, а Нормана по-прежнему обслуживают уборщицы и прачки. Тоже мне герой. Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклсу делать последнюю прививку перед большим путешествием. А если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Люблю тебя. Ух ты, я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. Смотри-ка. Норман явно любит напоминать гостям о своем положении. А фото убрали. Интересно, что там было? Боже, когда мы с Питом были детьми, мы ходили сюда смотреть кино. Это был совсем другой мир, не похожий на Квинс. Забавно, но Гарри это не нравилось. Он обожал смотреть мультики по крошечному телевизору на кухне Мэй. А как мило. Норман коллекционирует агитки со своих выборов. Это явно для школы. И тут еще оставлено место. Долгосрочные планы? Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Ванная Нормана больше всей моей квартиры. Печально. А, у Нормана есть бассейн. Нью-Йорк — город подземных крыс и уличной пиццы. А не шезлонгов и пляжных коктейлей. Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался? С днем рождения, дорогая. Увы, я немного задержался. У меня
очень непростой месяц. Я соскучился по тебе, Эм. Особенно сегодня. Я упрятал Гарри. Отправил его. На лечение. Мы его вылечим, Эм. Обещаю. Разработка GR-27 шла слишком медленно, чтобы спасти тебя. Но Гарри мы поможем. Я запер его комнату. Она будет ждать его возвращения. Держи ключ, Эм. Уверен, ты его сохранишь. Минутку. Норман отправил Гарри на лечение? Мне казалось, он поехал в Европу развлекаться. Что-то от нас скрывал Гарри. Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были... такими счастливыми по сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. Что? Это ведь не для Гарри? Или... Юриспруденция. Гарри хотел стать экологическим прокурором, как его мама. Почему ты не сказал нам, что болеешь? Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам? Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это.
18 июля. Есть. Супер жутко. Надо найти лабораторию. Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Контроль, доклад. Без происшествий. Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую... Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Расположение отрядов Соболя. Они развернуты. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много Соболей, и которую часто посещает Майклз. Коммерческая недвижимость. Ух ты! Сколько студий звукозаписи. Оскорб, доктор Штром. Он ведь эксперт по роботам? Норман не вокруг лаборатории. Надо проверить маршрут. Нет сигнала от доктора Ван Адера. Наверное, он не в городе. Доктор Майклз возглавляет группу дыхания дьявола. Где бы ни находилось противоядие, он должен быть где-то рядом. Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники, дыхание дьявола, и теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак, врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1,5 года отмывать репутацию. Столько времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Поверить не могу. Продолжаю обход сектора. Пауки? Норман пытается воссоздать способности Питера? Таблички на клетках? Биоэлектрокинетика? Оптический камуфляж? Что за жуть он пытается создать? Похоже, карта верхнего Вестсайда. Старая студия звукозаписи может быть отличным прикрытием. Вокруг лоб надо проверить. Старая доб. Вокруг лоб нет. Оскоп. Надо проверить. Ван Адер — это тупик. Норман не настолько безумен, чтобы хранить противоядие в торговом центре. Старая добрая. Вокруг лаборатории должно быть много. Нет, это просто патруль. Ни один маршрут не перед... Нет, это... Ни один маршрут не... Доктор Майклз возглавляет группу дыхания дьявола. Надо проверить. Нет, это просто патруль. Ни один маршрут... Нет, это... Ни один маршрут... Нет. Старая добрая. Нет, это просто... Студия звука... Здание Оскорб. Но не Майклз. Кажется, я выбрала неверный... Так. Есть пересечение с марш... Вокруг лаборатории должно быть много соболей. В это здание... Нет. Мне надо найти... Здание Оскорб. Но кажется, Ван Адер это тут... Надо проверить... Оскорб... Здание Оскорб. Но не Майклз... Кажется, я выбрала неверный... Здание Оскорб. Но не Майклза, ни соболей. То... Кажется, я выбрала неверный... Доктор Майклз возглавляет группу дыхания дьявола. Норман не на... Здание Оскорб. Кажется, я выбрала неверные категории. Старая добрая Альфа. Студия звукозаписи может быть отлично. Так, есть пересечение с маршрутом Майклза. Ни один маршрут вокруг лаборатории... не то. Нет, мне надо найти Майк... Оскорб, Актив, Ван Адер, Доктор Майк... Норман не настолько без... Студия звукозаписи может... В это здание Оскорб заходил Доктор Майкл. Надо проверить маршруты патрулирования у здания Оскорб. Так, есть пересечение с маршрутом Майклза.
Пауки? Норман пытается воссоздать способности Питера? Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 лекарство. Норман все больше напоминает, что это за штуки. Прототипы ручных гранат? Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую страну. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Доктор Штром. Он ведь эксперт по... Нет сигнала, а доктор Ван Адера. Доктор Майклз... Здесь отмечена вся собственность Оскорб. Не знала, что у них столько всего в Нью-Йорке. Расположение отрядов СОП. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много соболей, и который часто посещает Майклз. А это, похоже, старая добрая Аль. Мне нужно найти особо охраняемое здание с коммерческой недвижимостью. Ух ты! Сколько студий звукозап... Вокруг лаборатории должны... GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла! 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Конечно! Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Оскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. На помощь, пожалуйста, помогите! Я думал, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Что ты наделал? О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? Кто там? О, нет. 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 Давай, давай. Дьявол! У нас прорыв. Тревога. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Продолжай обход. Продолжай обход.
Надо зачистить балкон. Пару секунд, северо-западный угол. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно. Давай! Ты чокнутая. А ты супер. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. Мне надо раздобыть противоядие и попытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Аскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю. Лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О, нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Что
Барабаньки. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в компании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дело. Снайпер должен быть где-то здесь. Если я... Один есть, еще двое. Спасать чиновника на службе мэра, назвавшего тебя преступником. Как это в духе Копа-паука? Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Выключаем. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? А вы так ничего и не поняли. Вовремя. Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграйте время. А я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Мы сообщили вашим. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Сладких снов. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Доброй ночи.
Наши требования просты. Освободите наших товарищей или заложники умрут. Мы сообщили ваши требования окружному прокурору. Не храпи. Тебя тайм-аут. Еще раз спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Эти камеры не из дешевых. Если Фелиции нужны деньги, откуда такая расточительность? Люблю, когда ты гоняешься за мной. Однажды я позволю тебя поймать. Но не сегодня. Понял. Черная кошка любит играть с людьми. Особенно со мной. Этим заключенным нечего терять. Нужно быстро спасти заложника.
Заложники в общественном транспорте. Звучит как метафора. Вызываю отряды в Мэдисоне. Дайте отчет о ситуации. КПП развернут. Проверяем всех подозрительных лиц. Преступники на машинах нарушают общественный порядок. Нужна поддержка на Таймс-сквер. Прием. Соболь, контроль. Доложите обстановку в Северном Мидтауне. Наблюдательный пункт развернут. Цель не обнаружена. Ужасно, что я на секунду решил дать Соболю и беглецам перестрелять друг друга. Ну да, ужасно. Лучше остановлю их. Сначала демоны, потом пойду залив лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Сюрприз. Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Пора вздремнуть. Мне будет проще, если они разделятся. Лучше вырубить их по-тихому. Готов. Человек-паук, уходи немедля. Мои люди справятся. Соболь? Ли разобрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой.
Черт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно! Надо закончить побыстрее и идти внутрь. Соболь дала мне передышку. Мы ведь должны быть в одной команде. Демоны и Соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжелая! Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Слушай, ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ними поговорю. Нужно иметь друзей. Все, Ли, хватит бегать. Это конец.
безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Придется спускаться. Уходи, человек паук. Это касается только меня и Османа. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Осмак. Мои родители погибли из-за меня. Из-за того, что со мной сделал Осмар. Ваше прошлое — это не все. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин! Болли. Его злоба. Они питают его силы. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. Это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь! Мой шанс. Он перезаряжается. Его преступления будут на твоей совести!
пора. Это не вы! Но это настоящее! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Я знаю, вы можете победить демона! Победить демона! Демон — это я! Это большой демон. Очень большой. Будет одна могила на двоих! Очень надеюсь. Бля, ты встал у меня на пути. Скоро все закончится. Ugh!
стране твоей. Это мы посмотрим. Держись, он почти готов. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тут главный? Я обычно. А, так.
Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно! Где Мэй? Ее может не стать в любой момент. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, Тигр. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Нет. МДЖ права. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории.